Музыкальным развитием и продвижением талантливых детей в Новосибирске займется Академия Игоря Крутого. Чтобы открыть местный филиал под таким именем, создателям пришлось обеспечить действительно столичный уровень обучения эстрадному пению. У Академии определенные условия, то есть чтобы дети обучались, да, в помещениях светлых, чтобы были просторные окна, чтобы были просторные кабинеты, чтобы были высокие потолки, чтобы оборудование было соответствующее, музыкальное. И детям хорошо, комфортно петь, и педагогам комфортно работать в помещениях, поэтому все было достаточно серьезно. Кроме комфорта и специального оборудования, здесь ставку делают на семейную атмосферу. Только так, убеждены педагоги, любой ребенок может раскрыться. Работу будут вести не только над вокалом. В программе обучения актерское мастерство и основы стиля. Высокий уровень понимания современной эстрады, считают в Академии, должен открыть детям путь на ведущие мировые конкурсы. Двое участников уже добились результатов. Софью Туманову пригласили в проект «Битва талантов». А Вячеславу Проскурину совсем скоро предстоит выступить на одной сцене с главными звездами российской эстрады. Педагоги Академии выбрали особую методику обучения. С своей точки зрения я могу сказать, что они будут владеть методиками европейской и американской школы вокала. То есть они будут знать, что у них происходит с аппаратом, как им владеть. И владение голосом, контролирование, полный контроль своего голосового аппарата. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!